друзья мои дорогие, повторюсь, что 26 июля здесь концерт Николая Анисимова, похожего на меня. И 27 мая замечательный концерт будет замечательного автора, одного из родоначальников афганской песни Юрия Кирсанова. Если кто-то будет свободен в это время, обязательно надо прийти, это прекрасные песни. Но мы, для меня второе отделение всегда проще. Начинаешь петь какие-то песни такие замысловатые, что спеть? А вот есть такая песня странная. Я летчик. Я летчик. И звук от турбин на земле лучший звук. А мой самолет — это мой верный друг. Я летчик. Не хочется в небе бездонным летать, за это готов я полжизни отдать. Я летчик. Ни черту небу я душу продал, и кажется, от рождения летал. Я летчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый денечек. Я там в облаках нарисую петлю вираж, заверну горку, сделаю бочку. Я летчик. Пускай перегрузка предалец терплю, но небо родное предать я вовек не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а над нею. Я летчик. Темнеет в глазах на крутом вираже, и давит на сердце мне несколько же. Я летчик. Комбез весь в поту можно просто отжать, и кто вам сказал, что несложно летать? Я летчик. Под крыльями смерть, в оправе стальной, она поднимается в небо со мной. Я летчик. Продолжает планета гореть, а значит я снова, я должен лететь. Я летчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый денечек. Я там в облаках нарисую петлю вираж, заверну горку, сделаю бочку. Я летчик. Пускай перегрузка придавит, стерплю, но небо родное предать я вовек не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а над ней. Я летчик. По нити глиссады иду я домой, а хочется жить где-то здесь, над землей. Я летчик. А что на земле мне совсем не понять, заставить хотят меня строем шагать. Я летчик. Награды и деньги совсем не про нас, и кто-то уходит на Боинг, Airbus. Я летчик. Но в небе учили меня воевать, а значит я должен, обязан летать. Я летчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый денечек. Я там в облаках нарисую петлю вираж, заверну горку, сделаю бочку. Я летчик. Пускай перегрузка придавит, терплю, но небо родное предать я вовек не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а над ней. Но только когда не по ней, а над ней. Но только когда не по ней, а над ней. Я летчик. Обратились тучи в весло. Под
Советскую заправлен и подвешены все средства, и летит сирена. Фаер! Опустили капониры, пахнет в воздухе войною. Значит, миру не до мира. Миру явно не до мира. Нынче, видимо, до ночи день тяжелый мне маячить. Я не нож, но я заточен под военные задачи. Кольгер, как большие лица, не нашли для мира повод, не смогли договориться. Значит, я последний довод. Я теперь последний довод. И со мною наравне эти двое, что во мне. Время чина всех часах. Только стрелка мне решить, сколько нам летать и жить. Наши судьбы на весах, где-то в небесах. Нам троим адреналина добавляет неизвестность. Не жалею керосина, я облизываю местность. Где-то рядом неприятель, мне сейчас не до капризов. Включим главный выключатель. Мы всех выключим там снизу. Выключаем тех, кто снизу. Нам острели огнем и громом. Отрезается поверхность. Контингент там не промах. Повышает нашу смертность. И в кабине эти двое на приборы смотрят хмуро. Я как будто сильно болен. Кашель, жар, температура. Кашель, жар, температура. И отчаянно втроем через небо на пролом, как на рваных парусах. Мы то вверх, то снова вниз, на кону всего лишь жизнь. Наши судьбы на весах, где нам небеса. Не убиты, хоть по мне влупили точно. И орёт им читерит, чтоб на воздух вышли срочно. Эти двое, как на мине, велика цена задержки. Но плечом к плечу в кабине держат ручки, а не держки. Не хватаются задержки. Как хочу я в эскадрилью, даже если инвалидность. Я не складываю крылья, а меняю стреловидность. Возвращаемся из боя, пусть мы еле волочемся, но в кабине эти двое верят в то, что мы вернемся. Обязательно вернемся. Вернемся. На войне, как на войне, даже если ты в огне, надо верить в чудеса. Что бы ни было, держись, и тогда не смерть, а жизнь перевесит на весах. Где там небеса? Где-то в небесах. Где-то в небесах. Песня про то, что я всегда говорю: никогда не надо сдаваться.
Ну, следующая песня. Блин, ну, специально собирался ее спеть для своего близкого-близкого друга. Должен он был приехать сюда. Всем вам, конечно же, известный Андрей Анатольевич Алексеев. Командир 237-го гвардейского центра показа авиационной техники. Вот, ну, завтра полеты, то все, 5-10. Андрей, ну, он, ну, прости, говорит. Передавай всем привет и поздравления. Я думал, он выйдет сюда на сцену и, конечно, всех поздравит. Считайте, что он вас в моем лице поздравил с Днем Победы. Это те люди, русские видите, стрижи, которые на Красной площади. Мы ждали их в этом году. И даже приехали туда такая толпа фотографов, которые вот все-таки верили, что, ну, они-то готовы были. Вот. Ну, они тоже свое вот интересное дело сделали. Они в эти дни вот организовали автопробег на Волгах, ГАЗ-24, ГАЗ-21 в Калугу, потом Ржев. Я когда-то, когда они только вот самая первая такая у них поездка была, они ехали Москва, Смоленск, Минск, Брест со знаменем Победы. Я их выводил на площадь Победы в Минске. Это было настолько потрясающе, и это очень здорово. Вот. И в этом, ну вот они каждый год это продолжают, это очень здорово. Ну а песню я, раз я хотел ее спеть, значит я ее все равно спою. Ну все равно потом посмотреть запись. Этим в заморскую страну, что далеко в чужих широтах, мы на военных самолетах, но наш маршрут не на войну, летим не в русскую страну. Как по линейке в небесах мы чертим след инверсионный, меняя снизу страны, зоны и часовые пояса. Мы на работе в небесах. Мы небом одержимы, и это не на час. На жизнь, коли заниматься летным отделом, предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом. Летим туда, где чтут Коран. Там авиация в фаворе. Кто главней, у них не спорят. Верблюды или аэроплан не спорят там мусульман. Мы им открутим пилотаж, сорвем восторг и аплодисменты, ведь помнят страны, континенты. Все знают в небе почерк наш, наш Russian crazy пилотаж. Мы небом одержимы, и это не на час. На жизнь, коли заниматься летным делом, предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом. Дай Бог нам снова над Москвой пройти, дать салют Победы. На нас с небес посмотрят деды и вспомнят свой последний бой под замерзающей Москвой. И дай Господи сберечь орлят, чтоб не пришлось с нуля
сначала. Витька Жидуб, Покрышкин, Чкалов на помощь к нам не прилетят, но там на небе не простят. Мы небом одержимы, и это не на час. На жизнь, коли заниматься летным делом, предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом. Заниматься летным делом, предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом. Как жаль, что на земле все за пределом. Буду петь эту песню в одном секретном месте, не буду говорить, потому что а вдруг сдадут. Но есть план на это дело. Что насупился, Илюха? Ничего ли, да до зари. Набивает снова брюхо, груз швартует технари. Носят ящики солдаты из заката акварель. Только нам не до заката, рампа, тыльфер, апарель. Рампа здесь не значит сцена, палуба не значит флот. Мы не взвинчиваем цены надписью «Аэрофлот». Мы летаем, где стреляют, экипажа не первой. И Илью не испугает грузовик наш боевой. На взлет уходит ввысь летвертяка, турбин грохочущий квартет поют. Летит Илюша работяга, бродяга, наш транспортяга. Горбун по небу столько лет. Нам лететь туда, где жарко, с дозаправками маршрут. Полный борт в гуманитарке, там на месте разметут. Мы спасаем чьи-то души, близких видим лишь во сне. Не печалься, брат Илюша, лучше так, чем на войне. Это лучше, чем когда-то, полным ящиков в борту. Возвращали мы солдат в их последний вечный дом. Улетали от печали снова в небо с головой. Где-то вновь с надеждой ждали грузовик наш боевой. На взлет уходит ввысь ретрутяга, турбин грохочущий квартет поют. Летит Илюша работяга, бродяга, наш транспортяга, горбун по небу столько лет. Чай, печенье и конфеты надоели нам уже. Штурм
там на нижнем этаже. Техник мыслит о посадке, что готовить на обед. И если что, всегда в порядке, у него велосипед. Распростер Леша крылья, вместе с грузом нас несет. Коридор ему открыли, значит, он на людей спасет. Эх, Илья, небесный пахарь, горб на спинке трудовой. Если где-то что побахнет, грузовик наш боевой. И на взлет уходит ввысь Илья трудяга. Турбин грохочущий квартет поют. Летит Илюша работяга, бродяга, наш транспортяга, горбом по небу столько лет. Снизу пальмы по глиссаде, из зимы встречает борт. Заведут нас и посадят, но незнакомый жаркий порт. Местные не бьют баклуши, все предели как один. А до души нальют Илюши самых вкусных керосин. Командир на борт вернется, весть благую принесет. И Илюша улыбнется нижним блестером, блеснет. Нам награды и не медали, а скорее путь домой. Руды снова в максимале, грузовик наш боевой. На взлет уходит ввысь Илья трудяга. Турбин грохочущий квартет поют. Летит Илюша работяга, бродяга, наш транспортяга, горбом по небу столько лет. Спасибо. Ну вот они ж там летают на этих эшелонах. Песенка про подполковников, как я ее называю. Не спеша на эшелоне идем по спинам облаков. А в комфортабельном салоне, устав от северных ветров, три роты личного состава летят гудеть на жаркий юг. Ведут себя не по уставу, к бортпроводницам пристают. Мой командир захлопнет книжку и чертыхнется, что устал. Мне скажет: вы, Михалыч, слишком забудьте к черту ваш устав. Ведь вы теперь гражданский летчик, промолвит с искоркой в глазах. Да, был истребитель, стал извозчик, зато как прежде в небесах. Покуролесить бы над точкой, жаль, за спиной сидит народ. Дать да сделать бочку. Увы, здесь все наоборот. Не перехват, а перевозка. Не на Кавказ, а в Таиланд. И на погонах три полоски. Был подполковник, стал сержант.
Циклон несется нам навстречу, знать, потрясет кораблик наш. И пассажиров, как овечек, пасет кабинный экипаж. Как обмануть метеосводку, поесть, попить, как вариант. Нам кофейку нальет красотка. Ух, как жаль, что я не лейтенант. Чтоб мы безропотно летали, дают нам пряник или кнут. К тому Марксу капитально эксплуатируют наш труд. Усталость лишь в сухом остатке, порой с овчинку небосклон, зато нередко на посадке нам аплодирует салон. Идем по спинам облаков, а в комфортабельном салоне летят копченые с юга три роты личного состава. С дьюти-фри напитки пьют, ведут себя не по уставу. И стюардессам представит. Два друга здесь мы в этом зале сидят, которые уже сержантами не зовешь, потому что по четыре полоски. Это Алексей Яковенко и Владислав Влад Хазиев. Оба командиры. Ну, Лёшка, ты уж совсем уважаемый человек, который отдал жизнь вообще там всей этой авиации, военной и гражданской. Спасибо, ребятки, что пришли. Вот, я всегда рад, когда приходят вот мои такие близкие люди. Я знаю, что там в самом-самом далеком углу сидит еще очень-очень замечательный друг. Мы сегодня вечером вместе с ним отсюда уедем, я знаю. Я у него останавливаюсь. Это и к тому, что иногда... Вот я на всю жизнь запомнил эту историю, которая случилась здесь, не знаю, если не 10 лет назад, когда из зала раздался тревожный возглас. Николай Викторович, вертолетчики волнуются. Там сидит мой замечательный друг, заслуженный летчик из Кутани, Владимир Николаевич Кутанин. Человек, который... Но про него иногда говорят, что он на Ми-28 летает как на велосипеде, может вираж сделать вот хвостом вперед, вот просто, ну вот так. Я уже не говорю, что он испытывает вертолеты, на которых должен летать глава государства и так далее, и все такое. Вот. Пало, ты меня извини, что я тут тебя пиарю. Собственно, это такое излишнее дело. Я просто рад, что ты пришел вот... С теми дорогими мне людьми. Это такой очень интересный столик. Они присели там рядом с моей гримеркой, чтобы быть поближе. Это опасно. Я не знаю. Ласточки летают над землей. Низко. Значит, снова непогода. Мы утюжим небо здесь полгода. Значит, полтора. Я живой.
натрий умножается войной. Будто с нами видно все на глаз. Если мы летим предельно низко, это значит нам до цели близко. Крайний хиль последний этот раз Бог решит, поверим он за нас. И, конечно, верим мы в бою, то, что никогда не подводило. Кто-то называет крокодилом птичку, про которую пою, ласточку пятнистую мою. Подтвердят нам трассер расчет, не ошибся летчик-оператор. Нынче он как в фильме «Терминатор», все, что снизу, убирает в лед. Наш привет он тем не нашим шлет. Скажет, кто не страшному вранье, нас пугают снизу пулей дурой, отвечая всей номенклатурой. Птичка разметает воронье, мы втроем под небом у нее. Душу винтокрылую свою вместе с нами ты не погубила. Обозвал же кто-то крокодилом ту, что выручает нас в бою, ласточку пятнистую мою. За спиной молотит пулемет бортовой наш парень не из робких, обложился лентами в коробках. Пулеметный сам себе расчет, бортовому общий наш зачет. Надпись, что опасно у хвоста, даже дуракам ее смысл ясен. Найти я действительно опасен, горный край меня уже достал. Черту живописные места, всегда да что вместе с ней в строю. Красотой меня с ума сводила, что на дурень кличет крокодилом ту, что вместе с нами на краю, ласточку пятнистую мою. Обрушили свирепость в небе, словно маленькая крепость. Мы ведем огонь из всех стволов, нам иначе не сносить голов. С нашей птичкой мы не отвернем, не проходят с ней такие штучки. Бережно держу ее за ручки, словно в танце кружим мы вдвоем. Мы танцуем танго под огнем, с той, которой песенку пою, с той, что нас от смерти водила. Я убью того, кто крокодилом обзовет любимую мою, ту, что вручал нас в бою, ту, что вместе с нами на краю, ласточку пятнистую мою. Спасибо. Ну, мне приходится выступать много где. И нередко современные ребята говорят, что а вот Ми-24, Ми-35 без бортового летают на боевые. Я говорю, я знаю. Я песню писал просто, когда однажды мы сидели ночью,
с Александром Юрьевичем Черняевым. Есть такой генерал, вертолетчики его знают, он уже на пенсии. Он рассказывал в Афганистане, когда они еще летали с борттехниками. Он говорит, у меня борттехник был сумасшедший. Мы, говорит, идем отдыхать после боевых. А он там берет эту машинку, которая патроны, говорит, это самое, заворачивает в ленту, и все, и херачит. А потом там с этого пулемета там бабах, блин. Вот, да, сейчас вот по-другому, два человека летают. Но я буквально 3 дня назад разговариваю с одним своим другом. Я так за него порадовался. Его сбили в свое время в Сирии, я не буду называть фамилию. Вот, и у него в позвоночнике много металла там восстанавливали. Он говорит, блин, летать хочу, а уже, ну все, ушел на пенсию, вроде мужество получил. А тут он мне пишет, я так счастлив. Короче, он летает в Африке. Вот, с этим металлом в спине и с бортовым. И говорит еще, ну я не хочу, чтобы меня, я думаю, там, если где-то видео, это там они поймут. Говорит, ты представляешь? Говорит, мы с оператором, у меня там бортовой, и еще за спиной еще 4 рубероида. Не буду называть страну. Но она мне 35 летает, такой счастливый вообще. Ладно, еще одна машина. Камовская фирма. Солнышком устало, нам всего-то надо мало. Только бы начальство дало нам чуть отдохнуть. Наш режим необычайный, мы работаем ночами, но нередко нам и днями не дают уснуть. И закат уже олеет, снова ждут нас бармалей, как Чуковского Корнея, вредные точь-в-точь. И над нами жерновами два винта над головами рубят воздух лопастями. Мы уходим в ночь, в темноте мы над пустыней и в очках. Пейзаж постылый, аллигатор песенку играет на винтах. Кто-то скажет, огорошит аллигатор, пить не может наш поэт, как ты на ротах. Так, 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 ба-ба-ба! И баритоном так. Наша пара и луна, как будто фара, нам хотя бы до удара вырубить ее. Мы рельеф буквально лижем, только некуда уж ниже. Это вам не по Парижу, променад, мусье. Под луной мы цели в тире, в небе трассера пунктира, и разносится в эфире наш российский мат. Это значит, мы у цели Бармалея на прицеле, и ракеты им пробили дружно шах и мат. В темноте мы над пустыней и в очках, пейзаж постылый, аллигатор песенку играет на винтах. Кто-то скажет, огорошит аллигатор, петь не может наш поэт, как ты на ротах. Так, так, бах-бах-бах! И баритоном так-так-так. Никто не знает, нам нередко прилетает чудотворец, нас спасает Николай Святой. Из иконки над прибором он на нас глядит с упором, а иногда с задором ходит с нами в бой. Ночь закончится зарею, мы несемся над землей, и на блистере змеей дремлет пирошнур. Он зигзагами свернулся, дай нам Бог, чтоб не проснулся, и домой наш борт вернулся. Хватит, перекур. В темноте мы над пустыней и в очках, пейзаж постылый, аллигатор песенку играет на винтах. Кто-то скажет, огорошит аллигатор, петь не может наш поэт, как ты народ. Так, 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 бах-бах-бах! И баритоном так, 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 сулай.
Мы усталостью убиты, комбезы как облиты. Аллигатор наши сбиты поперек и вдаль. Живы! Верим и не верим, мы откроем Кингу двери. И полиция проверит нас на алкоголь. Аллигатору досталось и забывший про усталость. Технарям за день осталось в строй его вернуть. Ну, а нам-то надо, мало спим под солнышком. Устало только бы начальство дало нам. Нам чуть отдохнуть. Снова ночью над пустыней и в очках. Пейзаж постылый, аллигатор песенку играет на винтах. Кто-то скажет, огорошит аллигатор. Пить не может наш ПК-тенор. Так-так-так. Ба-ба-ба! И баритоном. Так-так-так. Ба-ба-ба! И баритоном. Так, так, так! Спрашивали в антракте, спою ли я ли эту песню. Ну, конечно, я не мог бы ее не спеть никогда. Я вернулся. Весь набитый до отказа, я принес их всех на базу, всех и сразу. Хоть мне трудно на высотах, взял я всех живых трехсотых, три двухсотых. Я их принял под завязку в окровавленных повязках. Дальше сказка, что движок не захлебнулся, что я чудом увернулся, я вернулся. Знать, судьба моя такая, 30 лет в горах летаю, я устал. Наверное, это моя осень. Не участвую в парадах, что мне думать о наградах на предельный износ. Я не в осень. Командовал мне вольно, нахватал я пули довольно, как больно. Справа блистер мне разбили, провока хоть не убили, зацепили. Капитан, что в левой чашке, матерился, было тяжко. Мы в рубашках с ним, наверное, родились, потому что не разбились, возвратились. Знать, судьба моя такая, 30 лет в горах летаю, я устал. Наверное, это моя осень. Для меня запчасти ищут. Жалко будет, если спишут. Я ведь старый на износе, я не восемь. В салоне наследили, пятна бурые застыли, шлангом смыли. Где-то в полночь я проснулся, капитан ко мне вернулся, затянулся. К борту мне ладонь прижал он, и ладонь его дрожала, так устала. Говорил, что все в порядке, гладил мне рукой заплатки и заплакал. Вот судьба моя какая, 30 лет в горах летаю, я устал.
Наверное, это моя осень. Хоть тяжелая работа, все равно летать охота. Пусть по войнам меня носит, я Ми-8. Я Ми-8. Я чуть было не проспался, вроде не гудели мы вчера. Зацепил, разбил будильник от любимой подзатыльник. Ну, думаешь, доброе с утра. С дуру видно, с позаранку, зря дневник я взял в баньке. В школе оказалось он в пике. И шумит родная Маша, что мальчишка весь папаша. Точно летчик, ты старя в башке. Точно летчик, без царя в башке. Полчаса мне до работы, нам до вечера полеты. Командир навстречу не к добру. А что-то там не по уставу, и за это он не вставит. Да что ж такое нынче поутру? Мне санчасти пульс проверит и давление измерит. Доктор скажет, летчик, не грусти. Указание, постановка, цели, курсы, обстановка. Ты меня, бетонка, отпусти. Ты меня, бетонка, отпусти. А в небе так немноголюдно, здесь спокойно и уютно. И никто не пилится, не орёт. Я бы здесь пожить остался, в жизни людно прописался. Но уже четвертый разворот. Обороты чуть убавлю, кран шасси на выпуск ставлю. Ди-тук-тук, я слышу под собой. Лампа красным семафором, а мне кричат с панели хором. Парень, нынче день совсем не твой. Бетховен, па-па-па-па. Блин, сегодня явно день не мой. Вниз доклад, в ответ советы. Делай то, не делай это. Шеф-то повед ласково держусь. Танцевать я в небе ринус. Перегрузки в плюс это минус. Знакопеременно все как жизнь. И совсем небережливо самолет я в хвост и в гриву. Воздух с возмущением свистит. Ты держись, стальная птица, нам с тобой нельзя убиться, Маша. Мне такого не простить. Маша мне такого не простит. Мне с земли дадут пистону, хватит, мол, давай-ка в зону. Не дури, пора борт покидать. Вот это слышал, милый. Помогай мне, что есть силы, хочется с тобой еще летать. Ты сейчас мне всех дороже, я тебе, наверное, тоже. И друг друга надо нам спасти. Ванька ждет меня и Маша, а тебя ждет техник Паша. Нам никак нельзя их подвести. Нам никак нельзя их подвести. Брось фонарь, мы на глиссаде, мы с тобой на брюхо сядем. На борту я сам себе остав. Ты как-то пронесешься, в каждый день откнешься. Борозду на грунте пропахав. Снег кругом, а мне так жарко. Здравствуй, скорая пожарка. Доктор снова, кружка, спирт, глоток. Черт, и командир тут с ними растолкает всех. Обнимет. Что-то намекнет про орденок.
па-па-па-пам-па-пам-па-пам. Пошутил, небось, про одинок. Начинался день, как кома, но посвистывая к дому, улыбаясь духю налегке, Ванька мне доложит бойко, что исправил пол на тройку. Горизонт выходит из пике, и меня обнимет Маша, принесет борща и кашу, нам твоим по рюмочке нальет. Как бы кто-то ни старался, день сегодня все ожидался. Мы вернулись, я и самолет. Как я сильно не старался, день сегодня все ожидался. Мы вернулись, я и самолет. Мы вернулись, я и самолет. Я рассказывал о том, что, ну вот, эта летная работа, это не редкий случай, когда там, допустим, шасси не вышло и так далее, и, ну, песня была написана от общения какого-то. Но вот большинство в этом зале, тех, кто занимался летной работой, знают, что это не самая безопасная работа, и она когда-нибудь может обернуться какими-то опасностями и так далее. Я просто смс-ку прочту, которая была в апреле. Пришла оттуда, из Мончегорска. 26.04. В районе 17.10 пришлось покинуть самолет. Со старшим лейтенантом был. На взлете 400 метров, хлопок, пожар левого, Т-4, отказ общей ГС, выключили левый перекрывной кран. Пожаротушение, вкол форсаж правого и начали с макс-креном отворачивать от города. Затем пожар правого. Только отключили форсаж правого, заброс по тангажу, отказ управления. Тянул ручки примерно с 800 метров. Город, слава богу, перетянули. В госпиталь в Североморск на вертолете ПСС прилетели. Живы-здоровы. Время нынче такое, можно видео всякое увидеть. Ну, я думаю, многие в этом зале видели этот МиГ-31, который с таким огненным хвостом вот просто вот уходил от города. Слава богу, действительно живы. Но вот когда смотришь вот эти вещи, мы раньше все секретили, а Б это вообще было невозможно видеть. Сейчас все-таки всякой техники хватает. Вот. Но цепляют такие вот сообщения. Ну, а песня про МиГ-31. Две летных смены на сегодня в плане, и на стенках ждут нас корабли. Заря разлилась алой краской в Пятом океане. Со штурманом отчалим от земли. Рев двух сердец, двух пламенных моторов, нас, граждане, за грохот упрекнут. Но кто-то в небе нас проводит восхищенным взором. Отряд уходит с громом на маршрут. Кругом волшебных облаков убранства наш дом на все четыре стороны. Мы патрулируем пространство щитом бескрайней будничной страны. Под крыльями поблескивают реки, и небо по маршруту, как проспект. Там на земле нас ждать остались вынутые чеки. Значит, на чеку боекомплект. Ракеты мирно дремлют на пилонах и верят, что не будут с ветерком отчаянно носиться на различных эшелонах в
погоне за каким-нибудь врагом. Кругом волшебных облаков убранства. Наш дом на все четыре стороны. В твоем мы патрулируем пространство щитом бескрайней будничной страны. По облакам кораблик, как по волнам, хоть 40 тонн, а словно налегке. Если что, мы можем при желании на полном увидеть звезды днем на потолке. Ну а пока увидеть бы Илюшу в просторе океана голубом. Кораблик наш воздушный, он ведь тоже хочет кушать. Он пьет, а наши нервы узелком. Кругом волшебных облаков убранства. Наш дом на все четыре стороны. В твоем мы патрулируем пространство щитом бескрайней будничной страны. Как в гавань корабли идем снижать. Отряд вернулся, самолеты в ряд. И пусть нельзя, мы курим на стоянке, улыбаясь, пока машины техники чихлят. Усталые, но радостные лица и громче нет звенящей тишины. Дай Бог нам уходить в полет по плановой таблице. Когда по плану, значит без войны. Кругом волшебных облаков убранства. Наш дом на все четыре стороны. В твоем мы патрулируем пространство щитом великой и родной страны. Но песня, думал петь, не петь, ну раз уж Машу раз спел, Машу два надо петь. Мало того, я 20 мая буду выступать на юбилее 4-го центра боевого применения. Ну, сейчас по-другому называется, там государственный, там тра-ля-ля-ля-ля. Вот Липецк, прославленный Липецк, там я фамилию не буду называть. Он уже не служит, но это целый генерал, большой-большой, из-за которого случилась эта песня. Потому что я, когда летел в Сирию, тот коньяк, который для меня, 4 бутылки, ну коньяк для себя, я провез, его не заметили. А тот коньяк, который я ему вез на день рождения, я его не прятал вроде как. Вот, красивый был в коробке, его сразу отобрали в Чкаловском на досмотре. Ну отобрали, сел на борт. Приходит командир экипажа, говорит: Николай Викторович, вот ваш коньяк. Ладно. Дальше я прилетел. Всех досматривают, меня сразу отобрали люди и увезли от самолета. Ну, а потом вся эта история случилась, в общем-то. Потом меня спрашивают, когда меня там вытягивали, все такое, говорит: нахрена ты его сюда брал, блин, там, ну вот, ну у меня все есть в холодильнике, я целый генерал-лейтенант, все, Юра, ну я же хотел тебя с днем рождения поздравить. Я был лейтенантом, он капитаном когда-то в Белорусском военном округе, мы очень давно друг друга знали, он с Афганистана только тогда пришел,
Вот, поэтому очень дорогой друг для меня, и хотелось сделать приятное. Коньяк отобрали, летчики там восстание устроили. Говорит, мы его вернем. Его не вернули, кстати, но как бы меня зато выпустили, а на вопрос, где коньяк, военная полиция, какой коньяк? Ладно, эпиграф. Обратно пишу вам, любезная Катерина Матвеевна, поскольку выдалась свободная минутка. И разнежился я на горячем солнышке, будто наш кот Васька на заваленке. Сидим на песочке возле самого синего моря, ни в чем беспокойства не испытываем. Солнышко здесь такое, аж в глаза бело. Еще хочу сообщить вам, дислокация наша протекает гладко, в обстановке братской общности и согласия. Идем себе по пескам и ни о чем таком не вздыхаем. Так что и вам зазря убиваться не советуем. Напрасно это занятие. Привет, моя любовь, родная Маша. Сижу в роскошной кимбе у оконца. И как товарищ Сухов в белом солнце, пишу тебе в уме о жизни нашей. Привет тебе, моя родная Маша. Здесь точно солнце белое пустыни. Живем спокойно, иногда летаем, а так все загораем, отдыхаем. Здесь апельсины вкусные и дыни, и солнце, Маша, белое в пустыне. Как лагерь пионерский, распорядок, кино, концерты, всякие артисты. Уютно здесь, спокойно все и чисто. Полиция следит, чтоб был порядок. Вот лишь война не любит распорядок. На женщин я не хоть обозваться. Ведь сестры Маша могут здесь по роже. Отряд их медицинский огорожен. И те же не обманывают, братцы. Забор такой, чтоб к ним не подобраться. Па-па-па-пам-пам-пам-пам-па-па-па-па. Не подобраться к ним никак. Здесь не устроить ужин со свечами. Шалят у нас тут, Маша, бармалеи. И так не спим, а эти, блин, злодеи. Игрушки запускают к нам ночами со всякими опасными вещами. Жаль, ночью поднимают. Вот досада, когда кому-то станет слишком жарко. Когда нам срочно грузятся подарки, а мы их разгружаем там, где надо. За это где-то раздают награды. Награды где-то выше ожиданий. Они для тех, кто на день прилетают. Построят, пошумят, повоспитают. И дырочку на грудь без колебаний. А мы привозим на дырочки с заданий. У нас вчера здесь был концерт в ангаре. Анисимов нам пел про нас немало. Мужик прикольный, только в плен попал он. Полиция здесь, как всегда, в ударе. Нашли там у него коньяк в гитаре. Па-па-па-па-пам-пам. Та-та-та-та-та. А у меня бы не нашли. Артиста где-то заперли поспешно. Нам указали место по секрету. Стояли насмерть красные береты. Но был певец освобожден, конечно. Прошла вся операция успешно. Потом разборки, словно мы из НАТО.
по полной все по шапке получили. Но главное, артиста мы отбили, и значит, он еще споет когда-то. Ну а пока нам вновь лететь куда-то. Одну команду дать войне отставить, налить борща и выпить чарку водки, а на закуску эх с лучком селедки и песенку про летчика поставить. Мне это, Маша, трудно и представить. Привет, моя любовь, родная Маша. Сижу в роскошной кимбе у оконца, и как товарищ Сухов в белом солнце пишу тебе в уме о жизни нашей. Привет тебе, моя родная Маша. Спасибо. Тоже с серией песни связано. Я раньше расскажу, чем спою. Там просто в куплете есть вот это. Я рассказывал здесь, когда... И в этот миг мне казалось предел. А я такой, ну не то, что волновался, я сбился. И в этот миг мне казалось, в общем, пипец. Я говорю, ой, извините, говорю, предел. Она там, полковник сидит, он сейчас воюет, летает вертолетчик. И именно это слово. Помню, мы в школе учили стишок, классик поэт в нем рассказывал детям, мол, хороши все работы, дружок, сотни профессий на нашей планете. Выбрать на вкус я не принял совет. Я за отцом и за братом тянулся, ну и, конечно, примером был дед, тот, что из неба войны не вернулся. Бабушка мне говорила, внучок, коль уж летаешь, летай аккуратно, Бог тебе в помощь, когда горячо, чтоб ты всегда возвращался обратно. Летели, я с ними летал, и вспоминал я нередко бабулю, чаще тогда, когда прямо в металл. Мне молотили снаряды и пули, и в этот миг мне казалось предел. В миг, когда тетка с косою цеплялась, к бабушке срочно вернуться хотел, чтоб мне с порога она улыбалась. И как тогда говорила, внучок, коль уж летаешь, летай аккуратно, Бог тебе в помощь, когда горячо, чтоб ты всегда возвращался обратно.
время, как пуля на вылет или в лёт. Бабушка к деду давно улетела, только мне кажется, каждый полет. Смотрят они, чтоб меня не задело. Дед словно рядом команду дает. Бей, внучок, а такой я прикрою. Отвоевал я теперь твой черед. Помни, что с бабкой мы рядом с тобою. Бабушка с дедом твердят мне, внучок, коль уж летаешь, летай аккуратно. Бог тебе помощь, когда горячо, чтоб ты всегда возвращался обратно. Папа, 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 папа. Бабушка мне говорила, внучок, коль уж летаешь, летай аккуратно. Бог тебе в помощь, когда горячо, чтоб ты всегда возвращался обратно. И я летал, в небе летал, но не всегда аккуратно. Всю жизнь летал, было, взлетал, но возвращался обратно. Возвращайтесь всегда, обязательно. Не обязательно даже те, кто летает. А все мы должны всегда возвращаться живыми и здоровыми. Я, кстати, мне не видно особо, вернее, совсем не видно, но иногда какие-то контуры вижу, и показалось или не показалось, что там проходил замечательный мой знакомый. У него вчера был день рождения, 71 год, наверное. Аркадий Газарян здесь, да? Ага. Просто хотел поздравить с днем рождения замечательного человека. Спасибо огромное. Во-первых, за то, что ты есть. Смотри, как ты нас всех объединяешь. Аж откуда куда люди прилетают? А я тоже ночью приехал. Специально. Чтобы послушать. Спасибо. Спасибо. Спасибо, дорогой. Еще раз спасибо всем. С днем рождения, дорогой. Научу тебе летать. Хочешь, расскажу тебе, как птицей стать. И ночью, оттолкнув поверхность, улететь и, коснувшись звезд, счастье петь. Главное — хотеть. Знаешь, ты ведь можешь это позабыть. Знаешь, небо невозможно не любить. Залетаешь, облака листаешь, как тетрадь, знаешь. Небо можно обнимать, главное — летать.
звездной вышине, время не во сне. Обмануть законы физики суметь, формулы поправ, сети разорвав, исключением из правил улететь. К шумам ветерка где-то в облаках, умываясь небесами опьянеть. Чтоб хотеть мечтать, чтоб любить летать и успеть петь. Веришь, если верить, сбудется мечта. Веришь, лучшая команда от винта. Сумеешь, 2 на 2 умножишь, выйдет 5. Веришь, ввысь не сложно улетать, главное мечтать. Пылью разлетится снизу суета, пылью отвернется главная мечта. И крылья не дадут любовь твою убить, знаешь, это небо можно пить, главное любить. Звездной вышине прямо не во сне, обмануть законы физики суметь, формулы поправ, сети разорвав, исключением из правил улететь. Шумом ветерка где-то в облаках, умываясь небесами опьянеть. Чтоб хотеть мечтать, чтоб любить, летать и успеть петь. Хочешь, хочешь научить тебя летать? Летайте обязательно. Спасибо, дорогие. Спасибо всем вам. Я хочу отдельное спасибо сказать Александру Пахомову за этот звук. Вот мне здесь комфортнее всего. Я ему как-то говорил в прошлом году, я выступал даже, да, скромно скажу, в Крокус Сити Холле. Вот, ну, я пел там всего 2 песни, но тем не менее, Крокус Сити Холл. Вот, и я всегда говорю, здесь самый лучший звук при этой страшной конфигурации зала. Но я сегодня вот тоже говорил в интервью, когда человек, он, который брал интервью, ему уже там на 8-м десятке, он очень многое повидал, он профессиональный журналист, газетчик. И я ему говорю, ну, мы с ним на «ты». Газета такая очень известная, «Советский Сахалин». Ей больше 90 лет. Он просто, ну, он тут оказался, а у меня концерты на Сахалине в конце мая, и вот он, ну, вот интервью взял. Я говорю, ты понимаешь, говорю, это же место такое намоленное, ну что, вот ты все в гнезде глухаря, да в гнезде глухаря. Я говорю, ну в Питере ладно, там его открыли несколько лет назад. А вообще, ну, кстати, надо вот, как я их называю, командование заведения, поинтересоваться. По-моему, где-то вблизи 30-летия заведения. Его когда-то помог открыть Юрий Лужков на Малой Бронной. И это было, такой был клуб, где выступали именно такие, ну, самые крутые, самые-самые крутые авторы-исполнители, барды, там, Розенбаум, Митяев, там, не знаю, Егоров. Я все время, елки-палки, нифига себе, там, я даже не мог себе представить, что когда-то буду петь там на той сцене. Потом однажды меня туда пригласили, это был 2008 год, это еще было там на Малой Бронной, малый зал. Вот, я такой был гордый. Вот, хотя, ну, все меня слушали, а пригласил одну, двух дам одних, своих знакомых. Они из Минска были, но они друг друга давно не видели. И вот они сидят здесь и болтают весь концерт. Я говорю, суки, блин.
Ну блин, ну елки-палки. Да мы ж тебя в Минске слышали, елки. Ну а мы-то друг друга давно не видели. Вот, ну ладно, это так отвлекся. А вообще вот потом перенесли это заведение сюда. А здесь место-то намоленное. Вот в этих стенах здесь была редакция литературной газеты. Здесь работала Булата Куджава. И со временем эта сцена стала местом для выступления не только бардов, авторов-исполнителей, а ну, различных, не то что известных людей. Но здесь выступал Михаил Михайлович Жванецкий, Иосиф Давыдович Кобзон. И, ну, то есть здесь совершенно такое вот... Вы чувствуете, как нам здесь хорошо? Вот, поэтому, ну, не зря это вот нас всех сюда тянет. Но у нас четвертый разворот, как я говорю. Я еще раз хочу всех поздравить с праздником Победы. Да, вчера дата была, но она с нами. Она, ее нельзя как-то вот так, вот только вот там. Победа – это наша победа. Да, я всегда говорю, все равно, как бы то ни было, в этой войне участвовало много стран. Очень здорово было, когда в 2010 году по Красной площади шли коробки представителей вооруженных сил других стран. Даже Украины, или не даже, тогда не казалось даже. Великобритании, США, моей Белоруссии и так далее, Казахстан, и Киргизия. Сколько они все свои жизни вложили-то. Там сегодня, ну прости меня, Господи, не хочу на эту тему говорить, но тем не менее, там на Украине 9 мая там объявили там Днем Европы. А 9 миллионов-то полегло украинцев во время войны. Вот, у нас в Беларуси каждый третий. Вот, нельзя это, ну, нельзя это забывать. Нельзя. Нельзя что-то запрещать. Вот она у меня, это георгиевская лента. Не потому, ну, я не фетишист, извините, но тем не менее для меня вот это очень дорого. Это 2006 год этой ленточки. 17 лет. Я ее отобрал у Игоря Ткаченко, когда они пролетели над Кремлем 9 мая 2006 года. Встречал там на полосе в Кобинке. У них у всех были вот эти, тогда они только появились. Оно же выцвело. Я говорю, Гарик, ну-ка отдай мне вот это. Я ее храню, она, я ее очень редко, я ее не вожу на машине там или еще где-то, тогда она у меня лежит в надежном месте. Я ее достаю только вот ненадолго. Вот сегодня она здесь со мной, Гарик с нами. Вот, поэтому я еще раз всех поздравляю с этим великим праздником. Он общий, он мировой, как бы кто-то его ни называл и так далее, все равно. Я возвращаюсь к началу концерта, когда я рассказывал, как я был в Берлине. Это и для немцев праздник. Как бы это странно ни звучало. Вот. И поэтому я всегда говорю, вот та война, она показала цену миру. Потому что люди, берегите мир. Берегите его, чтобы я не пел вот таких песен. Как обычно, вылет срочный. Знать, приезжали наших точно. Полетаем денночно на свой вечный риск и страх. Наношу в планшете метку, там в квадрате словно в клетке. Вздыхается разведка в этих чертовых горах. Нам поставлена задача, вот еще бы нам удачи. Мы торопимся иначе, там полежит целый взвод. Запускаюсь без газовки, техник в старенькой спецовке. Хлопнет борт по законцовке, два грача идут на взлет. Мы не смотрим на пейзажи, надо быть всегда на страже. Среди гор и скал виражем, эй, братан, не отставай. Выхожу из-за пригорка, осмотрелся на горке. Ищу по себе разборки, но ведомый не зевай. Эй, внизу держись, пехота, начинается работа. Справа 30 пулеметы, мне земля вопер орёт. До ворот бросаю фобы, и на выводе не слабо. Словно я попал в ухабы, заболтала самолет.
трассе, как паутина. Маневрируя активно, живописная картина. Как Саврасова грачи прилетели, выручаем. С огоньком нас здесь встречают, но земля не отвечает. Ну, разведка, не молчи, я кручусь и кувыркаюсь. В сотый раз я зарекаюсь, по прилюду увольняюсь. Чтоб не я двухсотый груз, нахрена пошел я в качу. Вот Ульяновск, все иначе, был бы дом, машина, дача. И возил бы арбуз. Грач, бедняга, изувечен, я за это им отвечу. И несутся мне навстречу ярко-красные шары. Чудеса еще бывают, живой хоть попадают. Под глазам не раскидает, нет спасения от жары. Горячо, не просто жарко, отправляю вниз подарки. Удержать попробуй парку под свинцовым кипятком. ВПУ, как пушка танка, грохот выстрела у полтанка. Я как мышь в консервной банке, по которому отход. Попасть бы нынче к своду, чтоб за нас не пили водку. Я как уже сковородки из расходован быка, имитирую атаки. Выходить пора из драки, ведь почти сухие баки и подрёбаны бока. Мне по коже как морозом, грачу стал клювом лосом. Значит, весь я под вопросом, самолет мой просто в хлам. Но живая машина дышит, словно держит кто-то свыше. И наушники я слышу, летуны. Спасибо! Обратно довернули, позади снаряды пули. Уравнение вернули, держит в воздухе грача. Борт летит на честном слое. Из носа капля крови, знает за счастье, на здоровье получу от врача. Дальний, ближний, вот бетонка, парашюты хлопнут звонко. За рулю уйду в сторонку. И меня не тормошить. Где-то бой, но это где-то, а вокруг такое лето. Техник даст мне сигарету. Эх, ребята, будем жить. С днем нашей победы! Берегите себя, дорогие мои! Берегите! Не, ну конечно, мы споем самую революционную песню. Я хоть и закрыл я свою шпаргалку, я все время это называю меню. А любимая труба когда будет? На день рождения. Ну что, поехали. Коктейль это на рассвете. Заглянул в соседний сад. Там смуглянка, молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею. Захотелось вдруг сказать: станем над рекою зорьки летние встречать. Раз я влюбленный, да и смущенный пред тобой. Клен зеленый и топлен, кудрявый, да раскудрявый, резной. Весь муглянка молдавый.
кричала понюхла. Партизанский, молдаванский, собираем мы отряд. Вчера на партизаны дом покинули родной. Ждет тебя дорога, партизанский лес густой. Кудрявый, как лённый зелёный лист резаной. Здесь у клёна, да мы расстанемся с тобой. Клён зелёный, да клён кудрявый, да раскудрявый резной. И смуглянка, молдаванка по тропинке в лес ушла. В том обиду я увидел, что с собой не позвала. По смуглянке, молдаванке часто думал по ночам. Вновь свою смуглянку я в отряде повстречал. Спасибо, спасибо, дорогие. Берегите себя. Берегите.